Деревянные народные игрушки, узорчатые ларцы и разные емкости, глиняные горшки, теплые валенки, плетеные корзины. Ремесленное направление на традиционной ярмарке «Осенний завоз» каждым годом набирает популярность. Уникальные изделия авторской работы привозят мастера не только из Нижегородской, но и из Владимирской и Кировской областей, а также Республики Мордовия. Организаторы ярмарки отмечают, что желающих приобрести свежие натуральные продукты с фермерских хозяйств с каждым годом становится все больше. В то, что он производит, он вкладывает душу. Душу, качество, свое время. И он может это все продать в небольших количествах. То есть в супермаркете вы этого товара просто не увидите никогда. То есть это то, что производит производитель. То, что он не, если он будет уже перейдет на производство, это уже будет немножечко другое качество. В этом году в ярмарке приняли участие более 100 производителей. На территории парка АСС установили 60 торговых точек. Мед, сыры, овощи, фрукты, сладости, мясная и рыбная гастрономия, саженцы. Широкий ассортимент «Осеннего завоза» едва ли оставил кого-то равнодушным. Каждый нашел здесь что-нибудь себе по душе. Все очень нравится, все ярко, мне нравится. Вот что-то даже прикупили. Вот я еще вчера была тоже, наверное, как ярмарка в Мордовском заповеднике в Пуште. То есть второй день вот гуляю, удовольствие получаю. Спасибо. Хорошие впечатления, все очень интересно. Выбор. Ассортимент. Ну, ассортимент хороший. Ну, вот выбрали. Скажи, пожалуйста, а что тебе понравилось? Ну, там понравилось деревянные игрушки. Все понравилось, потому что как-то в этом году было, ну, столько вся продукции, глаза разбегаются. Поэтому спасибо большое, что организовали такое для народа. Шикарное. Подарки для женщин нравится вот купить. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.